4 года обучения и сразу 2 диплома. Реально и очень увлекательно, говорит студент КОТГУ Софья Киселева. По новой программе она одновременно стала выпускницей сразу 2 вузов – Удмуртского государственного и Испанского университета в городе Гранада. Программа двойного диплома предполагает, что 2 года мы учимся здесь, в Ижевске, 1 год учимся в Гранаде и последний год тоже обучаемся здесь, в УДГУ. И в Гранаде, получается, мы находились на стажировке 1 год. И, естественно, мы в первую очередь там учились, но и было время для того, чтобы посмотреть Испанию, попутешествовать, познакомиться с новыми людьми, отдохнуть. Программа двойного диплома начала работать 4 года назад. За это время в Гранаде проучились 14 студентов из Удмуртии. Впрочем, не боятся лютой русской зимы испанцы. Студентка из Гранады Мария Эстер Гомес в Ижевске 3-й год. Получила степень бакалавра УДГУ, а сегодня ее поздравляют с красным дипломом магистра филологии. Я не могла говорить на русском вообще, мне было очень сложно. И я получила грант, чтобы учиться здесь, в УДГУ. Мне было сложно привыкать жить в другой стране, но на самом деле люди много помогали мне. Программа двойного диплома не единственное международное направление университета. Ежегодно сотни студентов УДГУ проходят стажировку в зарубежных университетах. Среди них вузы Испании, Польши, Германии, Венгрии, Финляндии, Южной Кореи. Это показывает конкурентоспособность, востребованность нашего образования, качество образования, которое обеспечивают наши преподаватели, наши специалисты. Более 200 иностранных студентов обучаются для получения диплома в нашем университете. А по обменным программам приезжают ребята из очень разных стран, около 20-30 человек ежегодно. По словам педагогов, обменные программы – это еще один способ презентовать Удмуртию за рубежом и повысить конкурентоспособность нашего образования. Анастасия Тутаева, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия».